И продолжаем разговор о кропотливой поддержке малого бизнеса в России. В стране, так богатой энергоресурсами, вновь поднимают тарифы на тепло. Тарифы на тепло поднялись не для всех категорий потребителей на 35%, а только для, значит, бюджетных прочих потребителей. За словом «прочие», как оказалось, скрываются практически все юридические лица и остальные собственники нежилых помещений. Именно они с 1 июня вынуждены платить за тепло по новым ценам и правилам. И, глядя на новые расчетки за прежние площади, становится понятно, что на самом деле стоимость потребления выросла не на 35 заявленных процентов, а в 3, а то и в 8 раз. Когда мне кто-то врет, что в России поддерживают малый бизнес, хочется ответить коротко, анекдотом. Вам помочь или не мешать? Как бы так уберечь бизнес России от бесконечной помощи властей? Да, если сравнивать ее с прошлым годом, там счет за месяц был там 1000 рублей, может чуть больше. Вот в частности за сентябрь, да, мы получили счет 7000 рублей. Это при том, что отопительный сезон всего лишь буквально 10 дней в сентябре. И я боюсь, что в связи вот с последними новостями, то есть это будет еще большее повышение. Соответственно, уже там не 7000 будет платить, да, а будем платить там, не знаю, по 20000 рублей. Вот, а помещение у нас такое, скажем так, небольшое, там буквально 50 квадратных метров. И это при том, что фактически арендуемое фирмой помещение не отапливается. Греют его вот уже 4 года одни стояки. Стояки остаются только для обогрева, а на создание и ведение бизнеса с такими поборами сил уже ни на что стоять, ни у чего не останется. Кабинет министров обсудил меры по поддержке малого и среднего бизнеса. Дмитрий Медведев заявил, на развитие этого сектора экономики будет направлено 30 миллиардов рублей. Вы ничего не перепутали? Точно выделено 30 миллиардов, а не отобрано. И не на поддержку бизнеса, а на поддержку военного бюджета. Батареи холодные, мы их никогда не включаем, постоянно перекрыты. Казалось бы, от переплат должен спасать отдельный от дома, в котором расположено помещение фирмы, счетчик теплоэнергии. Тем более, что устанавливать их ТГК обязала предпринимателей еще несколько лет назад. Однако с июля эти показания генерирующая компания больше не учитывает и выставляет всем счета на основе нормативов. А это отличная ремарка для тех, кто дает бесценные советы на переход на все свое, собственное. Но не спасает это от поборов, доит даже тех, кто сам себя полностью обслуживает. На желающих съездить отдохнуть этот скачок тарифов, скорее всего, не отразится. Ведь компания работает по рекомендованным ценам. Он ударит напрямую по предпринимателю. А вот в других отраслях люди будут просто вынуждены поднять цены на свои товары и услуги. Причем не сверхприбыли ради, а просто чтобы выжить. Итак, кризис последние 2 года, он сказался очень сильно, ну, скажем так, еле-еле выживаем после кризиса, да, только думали, что вот-вот сейчас начнем, то есть вздохнем там как бы с полной грудью, а тут опять прижимает. Ну, вот. А продукты питания, я думаю, все остальное незамедлительно это повысится в стоимости, буквально в ближайшие месяцы мы это ощутим. Ну а мы давайте ощутим поддержку такой государственной компании, как Рособоронэкспорт. Как Рособоронэкспорт на официальный тендер выкидывает документы с правками в режиме правок? И все бы ничего, может, халтура копеечная, но сумма контракта более 2 миллиона рублей. Почитать сами можете по ссылке, а я задам вопрос, стоит ли раздавать подобные суммы из того самого военного бюджета, на который вся страна пашет, компаниям, не способным даже грамотно оформить документы для тендера. Ну а малый бизнес в России пусть и дальше сводит концы с концами. Что это за концы и где они соприкасаются, уже совсем другая история. Жмите лайки, подписывайтесь на канал, добавляйте ролик себе, вступайте в наш паблик «Сатира без позитива». Там куча актуальных новостей по всей стране, показав которые знакомым и друзьям, можно им объяснить реальные проблемы России. Удачи! Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья!